Нужно пройти через отсек санобработки. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон! Ищем Штайнера. Мейсон, это Хадсон. Ты здесь? Делает, черт побери. Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Я цел! А Штайнер? Он мертв. А что, Резнов, перебежчик? Надо найти его. Не выйдет, его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Воркуте, Мейсон? Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Надо забрать его. Идем. Сюда! Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас. Мы уже идем. Вас понял. Мы движемся к причалу. Что с тобой сделали, Мейсон? Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же? Когда весь ты, все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Единственное, что не дает мне опустить руки, это жажда мести. Их нужно остановить, Мейсон, Драгович, Штайнер, Кравченко. Их нужно убить. Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать. Он был в Воркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. Осталась одна карта. Проваливай, Уивер! Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон. Слышишь меня? Мертв! Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Они означают. Откуда их передают? Цифры! Числа! Что?
Что они значат? Резнов! Ты где? Резнов! Я хотел убить Штайнера! Опять слышу чертовы цифры! И опять надо было убить тебя в Воркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была случайной, непредсказуемой. Удивительно, но он сопротивляется. Как? Он необычен, атипичен. У него редкая сила воли. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, как больно! Заход на цель! Освальд! Раскрыт! В Воркуте! Мы все здесь братья! Ты знал? Ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Преданные, забытые, покинутые. Мейсон, ты должен жить! Мы должны бежать! Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Кеннеди. 5, 4, 3. Я сказал, что вы у нас лучший из агентов. Самый лучший. Пятнадцать секунд. Кабель мачта отошла. 13, 12, 11, 10. Зажигание. 9, 8. Предварительное. 2, 1. Главное. Старт. Нет. Подъем. Я должен увидеть тело. Я уже говорил. Штайнер на острове Возрождения. Нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Что он делает, черт побери? Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Боль трудно вынести, правда? Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Радович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Радович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон. Как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перемещик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Кравченко! Сюда! Он не уйдет! Он никогда не был на острове Возрождения. Виктор Резнов! Нет! Мейсон! Меня зовут Виктор Резнов! И я отомщу! Мейсон, нет! Восьмой шаг, Резнов! Свобода! Тебе, Мейсон! А не мне! Виктор Резнов уже 5 лет как мертв! Он умер в Воркуте во время побега! Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове!
Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК-Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — три новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Оркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат. Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами. Но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами. Но нам пока не удалось взломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз! Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта «Нова» все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Постоянной станции радиопередач на их территории. Все инструкции будут передаваться по этому каналу. Я знаю, где расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Его надо остановить, Майс. У него нет страха, совести, слабости. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новой шеи. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Драгович, Кравченко, Штайнер. Не подведите. Драгович, Кравченко, Штайнер. Их надо убить. Мистер Мейсон. Альфа, мы видим русалку. Принято, Янки-1. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Мы приближаемся к станции. Черт! По нам работают зенитки! С палубы! Они нас знали! Группа Янки! Атаковать их вглубь вправо! Принято, Альфа! Конец связи!
Датчика нет. Он должен быть тут. Я знаю. Продолжать поиск. Завещание. Она под нами. Черт! Черт! Драгович начнет передачу!
Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка, станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Сматывайся, Уивер. У нас тут дело. Хадсон, видишь эти буи? Похоже, они передают из-под воды. Вот почему мы не смогли найти передатчик. Эта штука под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича. После запуска проекта «Нова-6».
бы стал лучшим моим агентом, насколько все было бы проще. Драгович! Это просто! Я убью тебя! Ты пытался взломать мой мозг! Не вышло! Ты не знаешь! Пытался заставить меня предать своих! Пытался заставить меня убить своего же президента! Пытался. Давай, Мейсон! Мейсон, сюда! Мейсон! Ты сделал это, Мейсон! Ты сделал то, чего я не смог! Живи! Еще столько нужно сделать! Мейсон! Все кончено. Победа. Ну да. Zero, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17, 17. 0, 10, 2, 23, 1, 8, 11, 25, 22, 22, 9, 4, 6.5 millimeter, 9, 23, 1, 12, 0, 12, 16, 11, 22, 6, 12, 8, 4, 1, 6, Texas. Ascension.